вот Алекс де Токвиль, мы с вами же затрагивали всяких мудрецов, мне кажется, один из самых проницательных умов вот, начала 19 века, ему очень интересно принадлежит такое положение. Массы хотят свободы и равенства. Если они не могут достичь того и другого, они жаждут равенства хотя бы в рабстве. Вот эта идея равенства, она очень мощная. И, к великому сожалению, она у определенной категории, она вырождается в уравнительность. Это, если угодно, да, это шариковщина. Ее, извините, не надо недооценивать. В обществе нашем, опять закономерно, разлиты чувства абсолютно деструктивные. Зависть и ненависть. И вот власть сейчас, все больше отдаляясь от людей, между прочим, и коррумпируясь, попирая человеческое достоинство, уходя в некий такой, я бы сказал, такой коррупционный разгул, она все больше и больше подпитывает вот эти страшные чувства, которые в свое время привели к катастрофе в России. Именно вот эти чувства. Зависть и ненависть. Но я полагаю, что в отличие от большевиков, сейчас власть не будет их будить, она в этом, в принципе, так не сильно заинтересована. Но они есть. И преуменьшать те трудности, которые стоят перед элитой нашей, не будем, наверное, мы не будем все-таки, наоборот. Евгеньевич. Евгений Иванович, спасибо. Будем.